Всем привет! Сегодня я решила заснять видео про малышку Куко Малу. Глазки у нее, если что, не ее, то есть это нарисованные. А глазки ее настоящие еще не приехали. Хотя я заказывала экспресс-доставкой, но что-то они долго ко мне идут. Каждый раз хожу на почту и их по-прежнему жду. Но на самом деле глазки у нее такие останутся коричневыми, то есть вот это привычный ее сейчас взгляд такой будет. Вот. То есть цвет глазок у нее не поменяется, когда они к ней приедут. Они немножко косые, потому что я вставляла это, нарисовала на бумажках и вставила ей вовнутрь. Вот. Они так поблёстывают, потому что залакировала я их. Вот, у малышки Куко Малу будет вот такой вот браслетик ее любименький, на цепочке с шармиком. Я одолжила ей, подарила. Вот, у нее нереально маленький рост, она безумно красивенькая, мне кажется, очень миленькая улыбашечка. С размером она, вот, мою руку, наверное, вот так вот, половину руки. Очень маленькая. Рядышком сосочка с ней лежит, вот, нуковская. Очень большие соски, поэтому придется, наверное, покупать еще меньше соску. Где-то я видела такую маленькую, так что буду ей, наверное, очень маленькую сосочку покупать специально для нее. А то такие есть какие-то большие. Ну, в принципе, все. Продаваться она будет. Видео о ней обязательно будет. Что еще? Наверное, в принципе, все. Я думаю, я ответила на ваши вопросики. Если что непонятно, то задавайте в комментарии. Также выйдет скоро видео о Арише. Потому что давно не выходили такие видео с Аришей. И с Аришей я тоже буду снимать. Так что ждите видео. Будут еще выходить. Наверное, сегодня еще постараюсь несколько видео выложить, если получится. Так что вот. Ну, насчет Куко Малу, думаю, все понятно. И как я ее назову, пока неизвестно. Так что у кого есть предложение, пишите в комментариях, как ее назвать. Ну, так, чтобы было необычно и что-то связанное с маленьким. То есть она у нас такая маленькая, и я хочу какое-нибудь имя ей очень милое, чтобы вот ее росту соответствовало. Ну а на этом было все. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр и всем пока.